Здравствуйте, вы смотрите программу «На Справде» в эфире телеканала «Симон». Меня зовут Владимир Мазур. В ближайшие 20 минут мы будем говорить о том, что дозволено и что не дозволено государственным служащим в части подарков. На неделе нашумел весьма документ, некая методичка, которая в деталях разъясняет, что является взяткой, что взяткой не является. Вопрос крайне интересный, поскольку так или иначе практически все население Украины имеет к этому отношение. Но будем сегодня пытаться разобраться в тонких вопросах коррупции с нашим гостем. У нас сегодня юрист Юрий Аксенов. Здравствуйте, Юрий. Добрый день. В общем-то, всем приходилось так или иначе, да, где-то в какой-то степени, или друзьям, родственникам, лично, там не знаю как, заносить. В том числе и по хорошим поводам. Да, вот у чиновника юбилей там, или праздник профессиональный и так далее. Все люди, опять же, все мы люди, надо прийти и поздравить. Вот что можно, что нельзя-то. И нам в том числе, может быть, да, простым смертным, чтобы не подставить своего любимого руководителя. Ну, на самом деле, тема не нова. Это просто сейчас последнее время она начала особо остро муссироваться, как вы правильно сказали, в связи с изданием этой методички. Сам закон существует с 2011 года, просто очень так плавно и очень медленно предпринимаются какие-то шаги со стороны министерств и ведомств для того, чтобы донести и разжевать этот закон простым маленьким чиновникам, которые находятся на местах. И в связи с этим было выпущено это методическое пособие, которое рассказывает чиновнику, что является коррупцией, что не является коррупцией. И по сути там речь идет, что вызвало в принципе инфоповод и волнение там в журналистских кругах. В чем нашли новость? В том, что там вот рассказывается о том, что чиновник может брать подарки не более стоимости 650 гривен, если не ошибаюсь. Вот. И из этого вот как бы делается такой вывод о том, что вот смотрите, сейчас легализовали, могут уже, так сказать, брать эти подарки абсолютно легально и официально. Я так, правда, не понял, признаться, это раз в год он может взять подарок или каждый день можно заносить? От одного лица. От одного лица, да. То есть можно, в принципе, 100 лиц. От коллектива, да, в принципе, да. Ничего, хорошо, да. Такая уловка. Ну, на самом деле, это абсолютно не отображает реального состояния и реальной борьбы с той коррупцией, которая есть. Потому что коррупция не там, где 650 гривен, не там, где 6500 гривен. Она идет на значительно больших масштабах и значительно в более высоких эшелонах и спускается уже под нисходящий. Нет, подождите, тут смотрите, все-таки коррупция рознь. Как бизнес мелкий, да, и бизнес крупный, в принципе. Ну, в общем-то, это и есть, да. Я думаю, что там для какого-то сельского клерка, наверное, эти же 650 гривен, о которых вы говорили, это весьма нормально, неплохо, да? И это все в равной степени, точно так же, как и 6,5 миллионов, где вертятся на верхах, это также разъедает государственный механизм и отношение людей к власти. Не, безусловно. Мы, знаете, тут не стоит путать там грешное с праведным. Безусловно, мы говорим не о том, что чиновнику разрешают брать 650 гривен за принятие какого-то незаконного решения и это делать официально. Безусловно, не об этом речь идет. Там в законе достаточно четко и правильно определены критерии и понятия. Нету, абсолютно противоправным является принятие вознаграждения за неправомерное действие. А за правомерное? За преференцию. Вот вы мне сделали, спасибо вам большое, вот вам бутылка коньяка. Я уже сделал человека взяточником таким образом? Нет, вы не сделали человека взяточником. То есть, спасибо большое, бутылка коньяка, это абсолютно может не касаться, это не должно касаться каких-либо деяний, связанных с тем ведомством, в котором вы служите, и с теми действиями, которые зависят от вас, как от чиновника. Это имеется в виду, речь идет о том, что я вас, например, там знаю, да, давным-давно или там не давным-давно, вы мне импонируете каким-то образом. И я на ваш день рождения решил вам в целях мелкого подхалимажа, допустим, сделать подарок в виде бутылки коньяка стоимостью до 650 гривен. Это нормально, это допустимо, но в ответ на это я не требую от вас, чтобы вы дали мне какую-либо преференцию. Нет, я о том, что если, положим, да, был у нас какой-то, продолжим знакомство, был у нас какой-то эпизод, да я вам там, не знаю, полгода назад оказал услугу, вот тоже вы мне понравились, я там выписал вам какую-то бумагу по закону, не в обход, ничего, да, вот, а вы мне пришли и сказали, спасибо вам, дорогой товарищ, за то, что вы мне выписали эту бумагу. Все, получается, я взяточник, да? Нет, вы не взяточник. Нет, если хорошо. Для этого же введена сумма вот эта, если вы получаете мой презент на сумму до 650 гривен, вы не взяточник. Благодарить за то, что что-то когда-то сделали в законном порядке. Вы и так обязаны это делать. Если вы говорите вашу позицию убрать, вы должны оказывать мне услугу. Как каждый чиновник должен оказывать услугу, которая и предусмотрена от чиновника. По сути, что такое чиновник? Чиновник — это
servant, слуга народа, да, то есть, ну, почему, что он делает? Он оказывает определенные административные услуги, будь то выписать справку, будь то, не знаю, там, починить крышу, да, там, ну, от начальника ЖЭКа дать распоряжение, вот эти услуги. Ну, к сожалению, у нас это вообще превратилось в какую-то гротескную шлагбаумную экономику чиновников, то есть у него задача только поднимать шлагбаум или опускать его вовремя, да. И получать за это, соответственно, и, да. И, да. Более того, не получает за это, он должен это делать бесплатно, но шлагбаумов столько много, и механизмы их поднятия и опускания настолько сложны, что простому человеку сложно с этим справиться. Взять, к примеру, наш налоговый кодекс, да, ведь на нем уже многие говорили о том, что в нем просто черт ногу сломает. И очень сложно даже специалисту, бухгалтеру физически сдавать ту отчетность, которая предусмотрена этим кодексом. И, безусловно, такое двузначное толкование тех терминов, которые там существуют, дают широкую почву для злоупотребления этим чиновникам. Вот с вот этим нужно в первую очередь бороться. Вот в этом закладывается коррупция. Угу. То есть это упрощение законов прежде всего, да? Ну, хорошо, все равно. Упрощение, безусловно, упрощение. Ведь, ну, если мы возьмем опыт Сингапура, да, то там действительно была борьба сосредоточена на крупных чиновниках. Да? Мелких чиновников и вот незначительные вопросы пошли по пути не борьбы с ними, а по пути упрощения и вообще чуть ли, ну, убирания каких-либо разрешений, лицензирования, дозволов и тому подобное. Ведь, а у нас ведь, посмотрите, сейчас для того, чтобы предприниматель у себя на магазине повесил вывеску какую-нибудь, да, ему пройти необходимо, ну, просто, ну, все 7 кругов ада, или сколько там кругов ада существует, для того, чтобы он просто повесил у себя вывеску, продукты, я торгую здесь продуктами, приходите, покупайте, угу, позвольте мне выплачивать кредиты, позвольте мне давать рабочие места. Это же просто превратили в что-то ужасное. В таких простых, элементарных вещах, не говоря уже о каких-либо более сложных лицензиях и вопросах, которые необходимо решать. Сингапурский опыт, это, конечно, хорошо, да, да, но сингапурский опыт вводился достаточно жестко, насколько я помню. Тамошний лидер Ли Куан Ю, если не ошибаюсь, да, вот, достаточно с упреками даже в авторитарности, да, даже в тоталитаризме некоем таком, в деспотизме восточном все это проводил. Там очень много было сломано, в общем-то, и судьбы, карьеры и так далее. Вы считаете, у нас, в принципе, такое возможно? С учетом того, что у нас все кумовья, брат, сестра и все такое. Ну, видите, он же он обладал политической волей. То есть, я думаю, у нас это безусловно возможно, все мы люди, и вряд ли европейцы отличаются от малайца там, интеллектом, образованием, образом мысли. И, может быть, некоторые говорят о менталитете, но на самом деле менталитет, мне кажется, не является каким-либо сколь-нибудь значимым фактором в этих вопросах. Должна быть определенная политическая воля, которая была у Ли Куан Ю. Эта воля предполагает то, что он готов начать с себя, из своего окружения. И сказать о том, что ведь в конце концов они то приобретают больше, и он вошел как действительно исторический лидер, который из жуткой азиатчины, из колонии британской, из британской колонии с мега-коррупцией, которая нам даже здесь не снилась, превратил в государство процветающее сейчас. Ну, с одним из самых высоких уровней жизни и с самым низким показателем, одним из самых низких показателей коррупции. Ведь это внесло его в историю, и те потомки чиновников, которые тогда даже брали взятки, сейчас живут в достоинстве, в достатке и в довольстве. И, между прочим, вы ведь знаете о том, что одним из факторов, которые позволили побороть эту коррупцию, это было существенное увеличение доходов чиновника. Ведь если взять, ну, самый, наверное, назойливый пример коррупции, это гаишники, да, если гаишнику поставить, предположим, зарплату там, в 2-3 тысячи долларов, да, то ему смысла не будет брать по 50 гривен там, с нарушителя. Он будет больше дорожить и держаться своего места для того, и не будет... Или больше брать. Ну, я сомневаюсь, что шкурка будет стоить для него вычинки. Ведь в этом-то и механизм. Стоит ли рисковать какой-нибудь мелочью для того, чтобы потерять какой-то стабильный доход, который позволяет выплачивать там ипотеку, предположим, обеспечивать семью и тому подобное. Угу. То есть это вы фактически уже где-то на грузинский опыт намекаете, да, получается, то, что они там сделали, ну, пытались, по крайней мере, сделать. Вы очень удачно сказали по поводу Грузии. Почему? Потому что в Грузии при наличии этой политической воли изменения произошли значительно быстрее, чем в Сингапуре. При этом
Грузия является фактически постсоветской республикой со всеми недостатками, которые были присущи, которые присущи нам, как постсоветской республике, ну, как постсоветскому государству. Только у них это еще было, наверное, более махрёвее. Коррупция была у них, чем у нас. И посмотрите, при наличии политической воли, как они быстро это все и эффективно преодолели. И какие результаты сейчас они имеют. Там, кстати, в отношении результатов, в общем, не очень понятно, потому что судьба, собственно, инициатора этих реформ сейчас такая другой. Вот на волоске. Но это все равно, это вопрос политический, потому что вы где-то, да, вы правы, говорите о том, что, да, вот все идет, вот эта пирамида, она вся сверху, в принципе, от инициативы того, кто первым не будет там брать взятки и будет требовать жестко от всех остальных. Конечно. В Сингапуре получилось, честно говоря, не знаю, получится ли у нас, крайне не уверен. И, ну, вы знаете, очень интересно, время от времени мониторю, читаю, есть такая замечательная организация, международная Transparency International, которая мониторит уровень состояния борьбы, уровень коррупции, состояние борьбы с ней в государствах. На основании заключения этой организации принимаются определенные даже политические международные решения. Да? И вот она издает определенный отчет, и одним из основных факторов, которые указывались вот, в качестве недостатка борьбы с коррупцией в Украине, является отсутствие именно политической воли. То есть, ну, наверное, высшим лицам государства выгодно поддерживать состояние вещей на том уровне, который сейчас у нас имеется. Ну, коррупция дает контроль. Если выстроена система, когда наверх несут деньги, и когда от того, будешь ли ты лоялен или нет, зависит, собственно говоря, останешься ты на работе или нет, конечно, это дает и выгоду, весьма серьезное вложение. В отношении подарков давайте все-таки вернемся к тому, с чего мы начали. Да, где-то может быть наивно вот эта вот методичка, инструкция, вот эти суммы, о которых там пишут. Но с другой стороны, может быть столь же и наивны наши вот размышления о том, как можно легко побороть коррупцию. Потому что мы сейчас говорим все равно о средних каких-то эшелонах. Коррупция на высшем уровне, или по крайней мере обвинения в коррупции, все равно есть. Есть масса механизмов воздействовать на высших государственных лиц. Вспомню хотя бы историю одного немецкого канцлера, который впоследствии вошел в представительство газового концерна. Ну, по большому счету, что это? Ведь это то же самое. Ведь этот человек где-то когда-то пересекся с кем-то, кто ему сделал предложение, на которое нельзя было ответить отказом, как говорят в мафиозных фильмах. Ну, понимаете, суть вопроса заключается не в том, что кто-то когда-то потом вошел в концерн, да? Вполне может быть так, что этот человек обладал достаточным опытом, ну, как управленца, mm-hmm. ведь действительно госслужащие высокого уровня, они являются неплохими топ-менеджерами, потому что решают много сложных задач. И, безусловно, как бы любое понятие можно довести до абсурда, и любую ситуацию равно так же можно подогнать под признаки какой-то коррупции. Однако, есть определенные явные проявления коррупции, с которыми необходимо бороться для того, чтобы государство выжило, для того, чтобы общество выжило. И есть какие-то вторичные, на которые стоит не обращать внимания. Так вот, опять-таки, вспоминая вот этот отчет Transparency International, хотелось бы сказать о том, что вот они абсолютно четко и ясно сказали о том, что большинство финансируемых мероприятий вот этой вот государственной программы прямо не касаются борьбы с коррупцией. То есть была принята программа, была сначала утверждена президентом стратегия антикоррупционная. На основании этой стратегии была разработана программа антикоррупционная. Но средства, которые выделились под эту программу, они, к сожалению, были минимальны, недостаточны. И более того, они пустились вообще, ну, в другое русло. То есть, в частности, вот конкретный факт. Из тех средств, которые, из 90% средств, которые были выделены на борьбу с коррупцией, пошли на запровадженный электронный облик медичных форм Министерства охраны здоровья Украины. 803 миллиона гривен, 80 миллионов евро. Это львиная часть всей программы на коррупцию. Для чего? Для того, чтобы была электронная форма медицинских. Ну скажите, неужели у нас в больницах самая большая коррупция? Да у нас в больницах проблема
зарплаты врачей самая большая. То, что как эти люди... Ну, это тоже, как мы понимаем, касается, в принципе, одно с другим связано. Безусловно. Проблема зарплаты, проблема коррупции. Как может доктор работать на 1400, там, на 2000 гривен справедливо? Ну, это же невозможно. Он жить-то не может, не то, что работать. Абсолютно. Совершенно верно. Есть еще один аспект, о котором хотелось бы немножко поговорить, хотя он, в принципе, наверное, как-то и в законе его не пропишешь, но тем не менее. Да, нет политической воли, но есть еще и состояние какого-то глубокого безразличия, может и не очень глубокого, но все равно, безразличия со стороны общества. Потому что все прекрасно понимают, да, воруют, да, то, что указано в декларациях, на самом деле не соответствует даже стоимости там, костюма, в котором этот чиновник приходит на работу. Ну, да. Ну и что? А что? А что делать? Все так? Вот так вот мы живем. Не совсем с вами согласен. Почему? Потому что безразличие общества – это, знаете, результат, наверное, его информированности. И тут есть два момента. Первое. Касаемо Ли Кунью, да, один из факторов был это формирование независимых объективных СМИ. На это была направлена государственная программа антикоррупционная. Для того, чтобы они освещали каждый выпадок, каждый эпизод коррупции, чтобы это было широко и для того, чтобы не было каких-то стопоров перед этим, чего, к сожалению, у нас нет. И второй момент, даже в условиях информационной блокады, вот посмотрите сейчас, какое интересное время. В Москве есть такой замечательный оппозиционер Алексей Навальный. Угу. Он занял буквально за один год, он занял второе место на выборах московского мэра. При этом у него была полная информационная блокада, не считая живого журнала, где он вел свои записки. Ну и дождь там еще вроде как. Ну и дождь, да, время от времени. Поэтому нельзя говорить о том, что люди безразличны. Можно говорить о том, что они недостаточно информированы. Ну, Москва не Россия, тут тоже можно говорить. У нас, в принципе, та же самая история, поэтому Киев может еще где-то, да, интересоваться. На местах плохо все. А в события в Оградьевке, вы извините меня. Это забитое село, где участковый, где милиционер, начальник отдела, это царь и бог. Но, тем не менее, люди не побоялись и вышли на реально массовый протест. Я не знаю, что бы они сделали там с отделом, если подкрепление не пришло. Из-за чего? Из-за того, что они проинформированы и были глубоко возмущены. А ведь если журналистика правильно, если журналисты будут правильно преподносить под правильным углом и переводить это все в возмущение, возмущение, да, то я думаю, что это будет определенные результаты. Более того, сейчас поколение уже новое выросло, оно уже не так мирно, да? Не так терпимо относится, оно не привыкло там, к колбасе по 2,20, за которую только стоит воевать. У него уже есть идея, есть идеалы. Юрий, спасибо, что сегодня были гостем нашей студии. Коррупцию мы, конечно, не побороли. С подарками более-менее ситуация ясна. Будем дарить только по праздникам, только от чистого сердца, не более чем на 650 гривен. Да? Да. Спасибо вам еще раз. Спасибо, что смотрели нас сегодня. На этом все. До свидания.